Добрый вечер. Во второй половине этой недели в Латвии будет еще холоднее, но еще больше мороза ожидаются на следующей неделе. В ночь на четверг температура воздуха составит от минус 13 до минус 16 градусов, а вот на востоке Латвии и в некоторых центральных городах столбик термометра опустится до 19-23 градусов мороза. Весь день завтра в стране будет ясно, но кое-где возможна небольшая облачность. Также завтра будет почти безветренно. Теперь подробнее расскажу о погоде в Риге. В столице в ночь на 22 февраля температура воздуха составит от 13 до 15 градусов ниже нуля. После полудня здесь потеплее до минус 6, минус 8 градусов. Весь четверг здесь будет безветренно и солнечно. Медицинский тип погоды второй благоприятный. На этом погоде у меня все. Всего доброго и до свидания.